Армысыздар, құрметті көрермендер. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире Балалар Ньюс. Аптаның ең басты жаңалықтары мен сіздерді мен Искандер және Мөлдір таныстырамыз. Итак, сегодня в новостях жители нашего города отметили День города. Және осы аптада қала тұрғындары Қазақстан халықтарының тіл мерекесін атап өтті. И самое интересное для вас, уважаемые телезрители, главный источник жизни, без которого просто невозможно жить – вода. Откуда она берется и как поступают наши дома в рубрике «Экскурсия». Вам любопытно? Тогда не переключайтесь! Құрметті көрермендер, өткен аптада алматылықтар қала күнін атап өтті. В честь Дня города в нашем городе провели столько мероприятий. Я, достар, қызықты іс-шараны бірі тұңғыш президент саябағында өткен. Ол жерде Apple Fest ұйымдастырылған. И подробнее об этом фестивале расскажут наши корреспонденты. В Алматы состоялся традиционный фестиваль «Яблоко веселья». Apple Fest проводился на территории парка первого президента, который стал на время Алма-парком. Здесь не обошлось без главного атрибута этого праздника. Яблоки были повсюду. Каждый гость нашел для себя что-то интересное. По традиции, в различных тематических зонах фестиваля алматинцам и гостям города представляются арт-выставки, ярмарки, концерты, танцевальные площадки, развлечения и аттракционы для детей, фудкорты, а также организуется самый настоящий яблочный рынок, где можно приобрести любой сорт сладкого символа Алматы, среди которых апорт, кандиль, лимонка и комбат. Мне очень нравится. И главное, что здесь все бесплатно, интересно, и здесь много людей, полгорода Алматы. Здесь интересно, весело, много всяких интересных штук. А, круто. Слушай, ты сегодня пробовала яблоко какое-нибудь? Нет, честно. А вообще, какой у тебя любимый сорт яблок? Наверное, золотое брелоскопное. Как вам на фестивале Apple Fest? Нормально. А вообще, что вам понравилось тут больше всего? Что лица красят бесплатно. Весело очень, много народу. Все такие позитивные. Здорово. А вы попробовали сегодня яблоко? Нет. Да. Какое? Апорт дачный. Здесь очень весело, здесь очень много разных праздников, да. разных игр. Мы там играли, здесь очень-очень весело. В этом году зона фестиваля была поделена на площадки, такие как Apple Music, Apple Bazaar, Apple Drive, Apple Art и, конечно же, Apple Family. Детское пространство было представлено площадкой для выступлений и творческими мастерскими, где проходили различные мастер-классы. Очень сильно любим наш город Алмату. Яблочек, скажи, что означает Алмата? Еще у нас есть волшебная белая комната, яблочный в которой дедушка, вы можете что искупаться. И это прекрасно, что есть такой прекрасный праздник, связанный именно вот с днем рождения нашего города. Построить. И как вам на этом фестивале? Нравится. А что нравится больше всего? Песни. Песни? Здорово. А какие яблоки вы любите? Апорт. Можно? Привет! Привет! Яблочко! Как тебе на фестивале Apple Fest? Нравится! Нравится? Здорово! Слушай, какие яблоки ты любишь? Ну, я люблю красные, желтые, зеленые. Кроме того, детям очень понравился белый шатер. Они с большим восторгом резвились, обкидывая друг друга полосками резаной бумаги. А вы знаете, почему наш город называется Алмата? Потому что здесь раньше росли очень много росло очень яблок. А какой был самый распространенный сорт? Апорт. Апорт. Дети рассказали, почему же наш город раньше назывался Алма-Ата и понравился ли им сегодняшний фестиваль. Вот такая картина у меня получилась. С вами была Алина Бесимбаева. Это передача «Балалар Ньюс». У нас такой большой и красивый город. Как думаешь, Искандер,
Как отметили праздник День города наши алматинцы, если они, например, живут далеко? Мөлдір, бұл мәселе емес қой. Неге екенін білесің бе? Ну и почему же? Өйткені алматылықтар қала күнін әр ауданда да атап өткен. Мысалы, Түрксіп ауданы. Ой, айтпақшы, сол туралы келесі бейне материал. Алматы күні шахарымыздың әр ауданында ерекше атап өтті. Мерекелік шараның бірі Түрксіп ауданында ұйымдастырылған. Бұл шараның ерекшелігі болашақ деген атаумен өткізілген. Фестиваль негізгі басымдықты спортқа берген. Шествует колонна 44-й гимназии, которая является базовой школой по велоспорту. Қала күні таңғы 10-да спорттық мереке басталды. Бұл шарадан балабақша бүлдіршіндері де қалыс қалмады. Бұдан соң аудандық, қалалық, спорттық жарыстарда оза шауып бәйге алған әр түрлі мектеп оқушылары алаңды шерулетіп айналып өтті. Мен Алматыны туған күнімен құттықтаймын. Және Алматы каналы. Жас шамарына сай 3 топқа бөлінген мектеп оқушылары музыкалық жаттығу қимылдарын да паш етті. Шара соңы мерекелік концертке ұласты. Қала күнін атап өтуге келген қала тұрғындары да көп болды. Нұрғали Ешей, Балалар Ньюс. Впервые в этом году праздничные события ко дню города провели в Центральном парке отдыха и культуры. Ол саябақта салтанатты іс-шараны өткізгенін келесі репортажан тамашалаңыздар. На прошлой неделе в нашем городе проводилось множество мероприятий, посвященных Дню города Алматы. И одно из таких праздничных событий было проведено в парке Горького. В этот день парк приобрел атмосферу большого городского праздника с элементами ретро. Повсюду было размещено множество фотографий знаменитых персон. В этот день люди любого возраста могли найти себе развлечения по душе. Для самых маленьких алматинцев организаторы подготовили веселую зарядку, увлекательные мастер-классы и интересные конкурсы. Сегодня будет сенсационная сказка. Мы ставим постановки «Репка». Также мы немножко вспоминаем литературу. Также мы немножко касаемся басен. А еще здесь под открытым небом была размещена настоящая библиотека. Привет! Как вас зовут? Меня зовут Мария. А вас? Я Полина. Скажите, а что вам больше всего здесь нравится? Вы впервые здесь выступаете? Да. А что вы будете исполнять? А мы будем 4 стихии. Огонь, вода, воздух и земля. А вы волнуетесь перед выступлением? Нет. Мы не первый раз выступаем. Да. А что у вас тут на щечках? Это стихии. Стихии это всякие. Воздух, вода, огонь изображают. На летней сцене для гостей и жителей мегаполиса выступали детские коллективы, танцевальные группы и юные вокалисты. В течение дня здесь звучали песни прошлых лет, а вечером люди могли увидеть выступления джазовых артистов. Это мероприятие посетило более 50 тысяч человек, и все посетители получили заряд хорошего настроения и море улыбок. Аня Бажененко, Рамина Молдогожина, Балалар Ньюс. Как думаете, друзья, где отметили по-особенному, по-спортивному День города? Мөлдір. Солайда қала тұрғындары бұл мейрамды атап өткен бе? Да, Искандер, ведь у нас такие креативные жители города. Ого, қай жерде спорттық шараны ұйымдастырыпты? Қала тұрғындары не істеген? Сейчас, Искандер, и вы, дорогие телезрители, все увидите своими глазами. Шахарымыздың әр түкпірінде қала күнін ерекше тойлады. Әуезов ауданында мерекелік күн таңертеңгілік таңғы жаттығудан басталды. Жаттығуға қаламыздың оқушылары мен студенттері қатысты. 4 5 6 7 1 2 3 4 направление 2 3 4 5 6 7 направление 2 3 4 1, 2, 3, 4, и 1, 2, 3, не торопитесь, и 1, 2, 3, 4, и 1,
два, три, четыре, шесть, семь. Закончили. Келушілерге эстрада жұлдыздары ән салып, мерекелік көңіл күйді көтерді. Барлығы да қала күнін көтеріңкі көңіл күймен аттап өтті. Самат Қырғызбек, арнайы балалар не үшін. Уважаемые телезрители, вас поздравить с замечательным праздником хотят и дети нашего города. Балалар мен жастар сіздерді осы мереке күнімен құттықтайды. Я хочу пожелать Алмате, чтобы она была всегда чистая, красивая, и чтобы в школах наконец-то сделали стоянки для велосипедов. Алмата очень красивая. Алмата зимней. Я хотела пожелать, чтобы она цветала. Я бы пожелала, чтобы Алмата также процветала, как процветает сейчас. Алмата, всем на жахсы куримен. Всем өте әдемі болғаныңы өте рахмет. Я желаю Алмате процветания, чтобы она красивее стала, чтобы сюда туристы больше заезжали. Я бы хотела Алмату поздравить, чтобы он расцветал красивым был. Чтобы она процветала, всегда была доброй, вежливой. Чтобы она была на высшем месте, да, и, на высшем уровне. И заняла первое место в самом лучшем городе. И чтобы она была самой чистой столицей. Я бы хотела пожелать ей, чтобы она процветала, была самой красивой. И чтобы все туда приезжали, посмотреть на нее, какая красота у нее. Больше разных красок, чтобы город был красивым, красочным. Чтобы она была красивой, чистой. И чтобы она расцветала. Красоты и успеха. Потому что Алматы самый лучший город на свете. И этим он должен быть и красивее, лучше всех. Счастья и здоровья. Хочу, чтобы наш город процветал успешно. Успехов и много добиться. Алматы, чтобы все убирались. Ага. Лучше не мусорили. Деревья не сорили. Делали побольше мусора, чтобы туда кидали. Чтобы больше проводили конкурсы городские, массовые. Также было все хорошо, чтобы ничего плохого не было. Это наша родина, мы здесь живем. Я очень рада, что живу в таком прекрасном городе под названием Алмата. С днем города! Алмата! Дорогие друзья, еще одно событие, которое прошло у нас в городе. Я, Мөлдір, білеміз, бұл іс-шара қала күнімен байланысты. А вот и нет, не день города. Онда не туралы екен? Вот-вот, ты пока подумай, Скандер. А вас, друзья, я не заставлю долго ждать. Внимание на экран. На прошлой неделе в Family Park прошел семейный фестиваль «Урнек». Это мероприятие было посвящено возрождению семейных ценностей, здоровому образу жизни и сплоченности разных народов. В семейном фестивале Family проходит день семьи, который мы назвали «День возрождения семейных традиций», которые основаны на национальных наших традициях. И поэтому название мы ему дали «Урнек». На сцене парка выступали танцевальные коллективы, юные вокалисты и многие другие. Давно вы занимаетесь игрой на добре? Последние 3 года я уже пою с доброй, то есть традиционным пением занимаюсь. Также здесь можно было увидеть аниматоров в милых костюмах. А кем ты будешь выступать? Слуткоежкой. Мы будем танцевать казахский танец, испанский, ковбойский и вальс. Семейные узы укреплялись, друг друга поддерживали. Вот. И этот... Ну, занимались спортом, все, и семейно, да, здоровый образ жизни, папа, мама, семейно, я, все, да.
наша дружная семья. А на спортивной площадке парка проводились веселые эстафеты, конкурсы, тесты на гибкость и выносливость, в которых участвовали и дети, и родители. А еще здесь можно было порисовать на статуэтках. Также на этом мероприятии присутствовало множество людей в национальных костюмах. И все гости и участники фестиваля получили хорошее настроение и море положительных эмоций. Аня Божененко, Балалар Ньюс.